Состояние заводского шоссе – одна из главных проблем жителей советского района. Дорога находится без ремонта уже несколько десятков лет. Вопрос о восстановлении этой городской артерии самарцы подняли на встрече с Николаем Меркушкиным. Заводское шоссе сделаем не за год, а за два. Пусть 10, будет два года, но мы должны знать, что это будет сделано. Это будет сделано. Спасибо. На заводском шоссе находится множество предприятий. Важность ремонта этой улицы отметил и мэр Самары Олег Фурсов. Часть предприятий, значит, на которых вы работаете, находится в зоне заводского шоссе. Какая там дорога, рассказывать не нужно, все знают. Проект прошел экспертизу, есть положительная экспертиза. В этом году мы начнем работать на заводском шоссе. Горожан также интересовал вопрос о новых домах. В прошлом году в регионе построили 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров. Эту цифру планируют увеличить до 3 миллионов. Программа «Жилье для российской семьи», значит, она будет до 2018 года работать. Мы изменим нормативы. Нормативы, то есть, что значит уплотненность снять. И я не знаю, впишутся ли в советский район новые какие-то высотные дома. Значит, если вписываться будут в те нормативы, которые мы будем новые утверждать, будет строиться. Волнуют горожан и вопрос строительства новых школ. Уже на территории будет открываться Георгия Райтера 25, второй детский садик. Большое вам спасибо. Вот по строительству новых школ, что вы можете сказать? Мы обязательно будем это делать. На это федеральное правительство по поручению президента страны принята программа на 2,8 триллиона рублей на 9-10 там даже лет. По школам проблема будет решаться. Спасибо большое. Более частные вопросы жители советского района смогли передать в письменном виде. Все они будут рассмотрены в течение 2 недель. Андрей Горгуленко, Артем Сулайманов. События.